6 июля возобновляется прием заявлений в первый класс, сообщают в телеграм-канале Кировского района Самары. Это информация для тех, кто не проживает на территории, закрепленной за выбранной школой. Ребенка запишут в первый класс, если есть свободные места. Сервис уже работает в 66 регионах. Еще несколько только подключаются. Образец подачи заявления закреплен в опубликованных ссылках. Подать заявку для участия в конкурсе «Цветущий советский район 2022» предлагают в телеграм-канале Советского района. Побороться за лидерство уже изъявили желание жители дома номер 8 по улице Проезд 9 мая. Конкурс стартовал 27 июня и продлится до 15 августа. Победители будут выбирать в номинациях «Лучшая клумба-цветник», «Лучший цветущий двор», «Лучший цветочный арт-объект» и «Цветущий балкон». Заявку необходимо отправить в администрацию Советского внутригородского района на электронную почту, указанную на экране. Сотрудники администрации Самарского района совместно с полицией провели патрулирование территории острова Поджабный с целью предотвращения лесных пожаров, говорится в телеграм-канале. На территории нашего региона с 15 апреля по 15 октября введен особый противопожарный режим. Жителям Самарской области напоминают, в этот период в лесах нельзя разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи, за исключением специально отведенных и оборудованных для этого мест. Пикник с нарушением мер пожарной безопасности в лучшем случае грозит предупреждением, в худшем – административным штрафом. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают о сроках подачи заявок на именную премию губернатора Самарской области для людей с ограниченными возможностями здоровья. Премии присуждаются в следующих номинациях: образование и наука, литература и искусство, техническое и народное творчество, предпринимательская, производственная и научно-рационализаторская деятельность, физическая культура и спорт, общественная деятельность. На премию могут также рассчитывать родители, воспитывающие двух и более детей-инвалидов. Срок окончания приема заявок – 1 сентября 2022 года.